Короче, с отпуском у меня нифига. Почему? Нас по трое человек с роты отпускают. И на две недели. Но надо, чтобы с роты все вернулись. У нас тот уехал 11 числа. Какое сегодня? 28-е. Он все-то не вернулся. А должен был вернуться через 14 дней. То есть он должен был 28-го месяца назад вернуться. И никого еще не отпускают, пока тот не вернется. Которого уже больше полтора месяца нету. Он типа с ребенком лежит в больнице. Ну, я говорю, договаривайся, что платят, да? Конечно, хули платят, все делают. Ну, и вот эти все вперед, у них, короче, у всех причины. Помереть, у нас, получается, дети тоже у многих родились, но их еще никого не отпустили. Хотя уже некоторые детей полгода не видели, уже детям по полгода. Их никого не отпускают еще. Блин, сейчас... Что творится, господи? Их отправят только Есть чем воевать, нет? Все старое вооружение. А у них все новое, они намного лучше вооружены. Да почему так-то? У нас все, что есть, все, что должно на это идти. Все кому-то в карман же ложится. Конечно, генералам даем им эти. Для нас, он говорят, нам эти шлют, гуманитарку. И до нас ничего не доходит, она там вся расходится. А шлют-то я вообще детский дом нам помогает. Отправляют нам продукты, вещи. Уже совсем дожили, чтобы нам детские дома, дети нам еще свои эти отправляли. Ёб твою мать, нахуй, вообще совсем охуеть, нахуй.